Да. Ну что, моя хорошая, сена мы насыпали много, да, малышка? Сена насыпали тебе много. Ложись, моя девочка, хорошая моя. Ложись, я тебе сюда еще подстелю. Ложись, солнышко. Удавку сняли, все сняли. Хорошая девочка моя, красавица такая, огромная. Огромная-огромная красавица. Ну, такая девочка у нас. Ты сама сено разводила? Залезай. Залезай, разводи там сено себе. Корм есть, специально постелили. Господи, ну кто мог такую красивую девчонку? Сейчас водички еще дам. Сейчас, малыш, я водички тебе теплой дам. Сейчас, моя девочка. Сейчас мама даст больше. Вот так. Да, девочка, подожди так. Ты моя солнышко. Оказывается, есть новый алабай. Так, фу! Нельзя на меня так прыгать. Фу! Вот такой вот, вот такой непослушный, деловой, хочет ласки. Сейчас дам. Иди. Фу! Вот такой вот у нас. Смотрите, какой большой, игривый. Сейчас, смотри, на. Смотри, какой кусочек. Опа! Хороший. Тихо, фу, фу, тихо берем. На, ты что ж ты, чудо такой. Непослушный, на, молодец, молодец. Прыгнет так, что мало не покажется. Да, на скорее, тихонечко, тихонечко берем, 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 тихонечко. Вот такой еще лобастое чудо. Вот, большой, красивый, молодой и непослушный. И непослушный. Так, соседи, хватит гавкать. Соседи. Ах ты моя золотая. И ты золотая. Как ты похожа на разноглазку. Как ты на нее похожа. Так, все. Ай, молодец. Ай, молодец. Такой большой собак какой. Большой. Да, да, мы тебя погладим. Да, солнце. Да, большое, красивое солнце. Фу! Фу! Все, на сегодня хватит. Нам надо идти к другим. Пока. Увидев фотографию, у меня замерло сердце. Огромный и жутко истощенный зверь с окровоком. Я только смогла выдохнуть в трубку. Кто это и где? Мне ответили, что он роется на помойке, но кажется, у него есть хозяин. Я попросила, можно ли выяснить. И моя знакомая поехала. И через 3 часа она позвонила мне и сказала, что да, там живет семья, но собаки им не нужны, но тем не менее отдавать они их не хотят. В результате я попросила ее выкупить собаку, и она его выкупила. Так у нас появился Паркер. Выкупали собаку при свидетелях. Было 3 человека. Поэтому собаку спокойно выкупили, и сейчас ей оказана медицинская помощь, и пес медленно идет на поправку.
Девочки, Паркер просто плохо поправляется. Наташа не знает почему. Еда есть, все есть. Но он, видите, он любит малышей. Он очень добрый. Они ложатся вокруг него. Он, говорит, так вздыхает ласково. Вечером она заходит, когда к ним туда. Малышня, говорит, вся вокруг него лежит. Пошли, пошли домой. Диксик, глянь на меня. Диксик. Подожди, стой, малыш. Стой. Покажи мордочку-то. Ребята, ну что, узнаете? Диксика нашего, которого изо льда вырубали скелета, который был примотан к проволокой к забору и замерзал, умирал. Узнаете ребенка нашего, ребят? Вы знаете, до слез. Правда, просто до слез. Нормально? Это Диксик.